Традиция праздновать День Учителя появилась в 1953 году. Этот день появился благодаря одной инициативной учительнице, которая написала письмо президенту еще в 1944 году. Прошло практически 10 лет, прежде чем дата для праздника была установлена. Торжественно отметили свой профессиональный праздник и педагоги Тихвинского района 2 октября в 4-й школе. Они принимали поздравления и награды. Наши учителя и воспитатели достойны самых теплых слов, которые они и услышали от депутата законодательного собрания Александра Петрова, главы Тихвинского района Александра Лазаревича, заместителя главы администрации по социальным вопросам Ирины Гребешковой. Работники детских садов, школ и учреждений дополнительного образования были награждены почетными грамотами и благодарностями глав района и районной администрации. Сегодня мы определили курс развития Тихвинского района на ближайшие 5 лет. Прошла команда власти прошла в полном составе. Я хочу сказать, это не смогло бы случиться без вашей поддержки, потому что вы интеллигенция, к вам прислушиваются, и ваша поддержка дорогого стоила. Поэтому я думаю, что мы люди прошли во власть самые достойные, люди профессиональные. Огромное вам спасибо. И разрешите, прежде чем приступить к церемонии там, награждения, я бы хотел также слова благодарности передать от представителя в Совете Федерации Фомина Игоря Вадимовича, который вот не смог сегодня присутствовать, но самые теплые и добрые слова благодарности в ваш адрес за вашу работу, за ваш ежедневный плодотворный труд. Я вырос в семье, где мама была педагог, я хорошо тоже это все помню. И слезы эти, и проверки тетради, какие-то открытые уроки, там, ну черт наступи, я не знаю. Поэтому я все это помню и хочу вам пожелать терпения прилежных учеников, понимающих родителей. И чтобы вы не забывали, что кроме школы вас еще ждут дома, в семье. Поэтому оставляйте немножко еще своего большого сердца, которое вы отдаете своим ученикам, еще и своим родным и близким. И, конечно, я вам хочу еще пожелать, кроме хороших учеников, хороших результатов, которые вы всегда достигаете, здоровья. Это было бы, наверное, смешно, если бы медик не пожелал здоровья, потому что нам нужно и на работе, и дома. Вы нам нужны здоровые. А то, что вы умные, красивые, ну, это не подлежит никакому сомнению. С праздником вас, дорогие друзья! Свои выступления подарили педагогам творческие коллективы и солисты. У каждого из нас был, есть и будет свой любимый учитель, наставник, воспитатель и старший друг. Тот, кто не только преподает любимый предмет, но и учит добру, нравственности, кто верит в нас и помогает многое понять в жизни. Зачастую, только спустя много лет мы осознаем это. Поэтому желаем в наступившем учебном году всем педагогам Тихвинского района сил, энергии, терпения и успехов в образовании и воспитании юных тихвинцев.